Здравствуйте, дорогие подписчики. Начал созревать томат «Золотые купола». В этом году он не так радует, как в прошлом году. Скорее даже расстраивает. Напомню, что это томат салатного типа, высокорослый. Прошлый год был очень урожайный. В этом году вот первые кисти есть. Так, вот первая кисточка не очень. Тут вот дальше вторые кисти, два ствола вот в этот томат. Здесь еще так. Вершинная гниль в этом году поразила. Несколько томатов пришлось вообще удалить. Следующая кисть. Один томат. Дальше. Неизвестно, что будет. Скорее всего, ничего. И на обеих ветвях вот что-то похожее. Вот здесь вот тоже вот была вершинная гниль. Томатик вроде бы уже вырос. Пришлось выкинуть. Здесь полусухие завязи. Здесь опять один томат. Здесь цветочки непонятно. Кажется, что отвалятся. Ну, вот он уже до потолка. Думаю, что урожая в этом году с него не стоит и ждать. А начало было очень неплохое. Ну, вот этот куст в два ствола выращивался. А два других в один ствол выращивали. Здесь по низу очень даже неплохие были кисти. Вот по две кисти. Вверху также ничего нет. И вот еще один кустик, на котором тоже вот первая кисть огромная, вторая кисть тоже неплохая, в принципе. Такие крупные помидорки. Ну, а выше опять все пообваливалось. Только если вот на самом верху что-то еще будет, может быть. Ну, сделала вывод для себя. Под жару этот томат не годится. Но все-таки я его буду садить и в следующем году. Ведь не каждый же год такой жаркий бывает. А томаты у него очень вкусные, сочные, сладкие. Мне нравятся. Ну, может быть, посажу уже не три куста, а всего лишь два.